19 500 заявлений в первый класс уже подали новосибирские родители. Сейчас продолжается зачисление детей не по месту жительства. В этом году, по предварительным оценкам, в первый класс пойдут на 2000 ребят больше, чем в прошлом. В департаменте образования отмечают, мест хватит всем. Каждому ребенку будет представлено место в образовательной организации. В случае, если это образовательное учреждение, которое находится в зоне проживания, переполнено в порядке очередности, то мы вместе с районными отделами образования предоставляем любое свободное место на территории города Новосибирска. Главное, о чем я могу сказать, что ни один ребенок, первоклассник, не останется без места в образовательной организации. Сейчас в Новосибирске 210 школ. К 1 сентября свои двери откроют еще 3 образовательных учреждения. Школа 82, специальное учреждение номер 37 и новая школа на микрорайоне Весенний. В следующем году региональное правительство планирует начать реконструкцию 51-й школы в микрорайоне Стрижи. Деньги выделят из резервного фонда области. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!